Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня предлагаю вместе полистать второй каталог Avon, посмотреть самые лучшие акции и предложения, и, конечно, я поделюсь с вами отзывами на те продукты, которые пробовала, которые советую, либо не Давайте советую начнем брать. С аутлета. Здесь у нас корейские кремы для рук, 30 грамм за 179 рублей. Девчонки, кто пробовал корейские кремушки, напишите, пожалуйста, как они вам, потому что довольно небюджетная цена за такой маленький объем. Что у нас здесь еще интересного? Тени, в принципе, по такой довольно привлекательной цене, да, четырехцветные, насыщенный цвет, взрыв цвета и матовые. Неплохая цена, но скидка у нас здесь уже не будет такой хорошей. Одежда, есть на что посмотреть. Давно смотрю на джинсы Avon, да, брюки. Вот тоже женские брюки, джинсы серые. Вот эти синие, ну цвет мне, конечно, не очень нравится. Так слышала, девчонки пишут, что неплохие. Все смотрю, смотрю, не могу решиться выбрать. Ну и размеры тут, конечно, моего нету. Либо совсем маленький, либо очень большой. Бижутерия. И на последней страничке маска лепестки розы сияния. Хочу взять, попробовать. Это у нас линейка Avon Naturals, вот она. Интенсивно увлажняющий крем для ног, тоже интересно, что из себя представляет. Шампуни даже вот честно не хочется брать, потому что практически ото всех в Avon у меня зуд кожи головы. Пена для ванн, безмятежность Прованса спа, интересно, потому что линейку спа я в принципе люблю. Ну и все, особенно такого вот ничего, прям супер по распродаже, супер интересного нет. Давайте приступать к каталогу. Здесь у нас советы по подбору туши на первой странице, да, кому что нужно, объем и длина, если... Выбираем вот эту. Объем и длина запредельные эту. И многофункциональная тушь 5 в 1. Кстати, на нее слышала только положительные отзывы. Пока плохих даже не видела, не встречала. Объем запредельная длина у нас будет по хорошей цене. Но мне кажется, она так и бывает по распродаже. И многофункциональная тушь тоже по хорошей цене. Есть смысл ее за такие деньги взять. Но мне пока вот запала в душу тушь Faberlic. И хочется именно ее. Продукты для бровей боюсь брать в Avon, потому что брала как-то знакомый карандаш. Еще что-то брала. И оттенки, и многие рыжат, поэтому как-то вот страшно, если только по отзывам. А здесь у нас к Дню Святого Валентина хорошие распродажи на некоторые ароматы. Это пюр для него, для нее. Знаю, многие любят эту водичку. И Attitude с арбузиком, да, такая легенькая, свеженькая. Компания презентует нам по такой цене, не очень бюджетной, да, бомбочки для ванны. 400 рублей, даже... По-моему, в онлайн-распродаже или в фокусе к первому каталогу они стоили 200 с чем-то рублей, но и то за три бомбочки это дорого, девчонки, потому что, ну, Магнит Косметик в других магазинах подобных на распродажах можно купить гораздо дешевле. То есть за одну бомбочку 30 рублей, 40 максимум. Новинки. Это у нас крем-гель для душа Love, да, Senses. Мне понравился, девчонки, но он не такой, как тут нарисовано. Он не кремовый, он прозрачный, гелевый, розового цвета. Такой пахнет классно, обалденно. Жасминчиком прям, ну, вообще здорово. Весенний, свежий, очень вкусный аромат. И пена для ванны. У меня вот такая, цветок лотоса. Тоже очень классно пахнет. Флакон смотрится дорого, знаете, с такой вот позолотой. Очень симпатичные такие красивые флакончики. И аромат обалденный просто. Для поклонников Максима Максим хороший новость, да, они будут по цене 800 рублей, они по такой цене, мне кажется, никогда и не были даже, при покупке определенных продуктов с определенных страниц, да, вот это надо учитывать тоже, можно взять будет один флакон, хотим два продукта, да, за такую цену, значит, нам нужно не на 449, а умножаем на 2, да, на 900. Здесь по хорошей цене масло для губ. Я слышала разные отзывы, тоже очень хотелось на зиму его взять. Девчонки, если брали, напишите, действительно ли восстанавливает губы, действительно ли смягчает, ухаживает, или просто такое косметическое баловство, скажем так. Взрыв цвета, кстати, хвалят эту помадку, но у меня сейчас такое обилие помад, что просто ни к чему уже, уже просто девать их некуда. Лайнер Тату Эффект. Девчонки, у меня есть такой лайнер в оттенке. По-моему, я себе брала винтажный бордо. В каталоге он как-то смотрится более-менее нюдово, да, а на губах, ну, он очень яркий, безумно яркий, красный. А эффект от него здоровский. То есть, если подобрать себе оттеночек, то... Прям он вообще очень стойкий, одним концом очень удобно прорисовывать контур, вторым заполнять, но они оба тоненькие. Поэтому да, конечно, да, но вот оттенков нюдовых здесь не хватает. Наверное, самый светлый вот этот,
волнующий ягодный, но и то, мне кажется, он будет слишком ярким. Карандашик «Мой любимый диамант» опять будет по акции, 139 рублей, он и в первом каталоге был по акции. Я набрала уже себе, и коричневый взяла, кстати, он довольно стойкий на слизистый, мне это понравилось, пользуюсь с превеликим удовольствием. Пудры. Ну, 440 рублей без акции, но здесь можно будет взять консилер, хайлайтер для кожи под глазами, да, по цене хорошей, если мы купим какую-то из этих пудр. У меня матирующая пудра, вот такая вот. Сейчас я вам ее покажу. У меня она в оттенке получается натуральный бежевый. Это у нас вот этот цвет. А многие девочки спрашивали, желтит она, не желтит. А я бы сказала так, что совсем белоснежком будет желтеть, а у кого немножко потемнее, тому не будет. Так мне очень нравится эта пудра. Пользуюсь ей активно. Вот как она выглядит. Давайте с каталогом сравним цвет. Ну, она немножко теплее. Теплее на самом деле, чем показано в каталоге. Она, многие девчонки спрашивали, она пудра или она кремовая? Она кремовая. Это как тональный крем, да, в такой вот коробочке. И она очень хорошо перекрывает и затирает поры. Мне нравится это. Вот видите, на руке есть поры, да, она как бы их вот затирает, что ли. Но если много нанести, то наоборот будет видно. Вот так она выглядит на руке. Смотрите сами, желтит, не желтит. При естественном освещении снимаю, да. Но матирует здорово и матирует надолго. Ну, на полдня точно. Пудра мне нравится. Она как самостоятельное средство, очень хороша без тонального крема. А в линейке люкс скидочки, желтые ценники, да. Небольшая такая скидка, но тем не менее приятная. То давно хотел попробовать. Есть такая возможность. В первом каталоге мне в подарок приходила вот эта водичка Premier Lux. Мне очень понравилась женская, вот эта желтенькая, но у меня ее забрали. Сразу же сказали, что пахнет прям дорого-богато, и отобрали. Я хочу мужу купить Premier Lux. Вы, девчонки, мне советовали, потому что мы до этого брали Xeria с сиреневой, да, ему вроде аромат понравился, но он совершенно не стойкий, конечно, вот баловство прям. А на Premier Lux мужскую, да, будет хорошая очень цена, 699 рублей. И здесь можно ощутить аромат вот этот черный, он очень неплох. Девчонки, расскажите, пожалуйста, про вот этот, вот на ваш взгляд, какой лучше из них, если брали, потому что я все каталоги дома перерыла, не нашла нигде, чтобы вот эта водичка была с ароматизированной страничкой. Надо было, конечно, заказывать пробники, но уже поздно. Вот, поэтому, если, конечно, вы скажете однозначно, что лучше вот эти, буду брать, полагаясь на ваше мнение. Довольно популярные ароматы персив, череш, инкадесенс, фаруэй будут по 599 рублей в объеме 50 мл, если мы возьмем два. Я хочу взять пробники инкадесенс вот этих вот двух, потому что классические мне безумно нравятся. И мне интересно, как вот эти вот ароматы тоже. Поэтому, скорее всего, возьму пробники. А Incandescens классический нам предлагают по 749 рублей, якобы по шок-цене. Но это все, конечно же, не шок-цена далеко. Он бывает гораздо дешевле. Вода и вентрунный эффект. Основа у нас идет по акции уже 219 рублей, объем 400 мл. Мне очень нравится эта мицеллярка, я ее люблю. И взяла в таком объеме в прошлом каталоге. Думаю, что хватит надолго. Появляется новинка у нас с вами. Система 2 в 1 от темных кругов под глазами. У меня их нет, а так бы сразу взяла протестировать. Здесь у нас крем-корректор и гель ровный тон, да, корректирующий дневной крем и питательный ночной крем-гель. То есть здесь в одной баночке у нас сразу по 10 миллилитров, да, получается двойного, ночного и дневного. Интересно, действительно ли помогает. Новинка тоже по неплохой цене, 150 мл здесь у нас. Это мультиочищающее средство для лица 3 в 1, для всех типов кожи. Пока тоже слышала только хорошие отзывы с куркумой, маслом, ши, витамином Е и водорослями. Состав, если это действительно так, ну вообще классный на самом деле. Куркума, она безумно полезна как для кожи, так и при приеме внутрь. Посмотрим, подожду еще отзывы. Пока пользуюсь любимым освежающим мицеллярным скрабом вот этим вот и... Если вот это средство тоже хорошо себя покажет, то возьму и его. Новинки у нас в серии Clear Skin. Мне нравится эта линейка. Пока все, что пробовала, очень нравится. Девчонки путают вот эту маску с другой, такой же черной, да? Та черная у нас, я забыла, с чем, господи. В общем, с чем-то еще. А эта маска, она у нас здесь есть? Нет. А эта маска у нас с активированным углем. Смотрите, для очищения, мне кажется, подростковой кожи будет очень хорошо. И для тех, у кого кожа склонна к высыпаниям. Первое, это у нас мыло с экстрактом древесного угля, да? И потом масочку еще.
с древесным углем нанести, и все, будет кожа классная, чистая, замечательная. Но я думаю, потому что мне пока из этой линейки нравятся все средства. Вот нет здесь прошлой маски черной, к сожалению, она у меня сейчас в использовании. Так, и еще у меня маска для глубокого очищения против черных точек сейчас в использовании. Девчонки просили на нее отзыв, я уже в Инстаграм написала. Если не подписаны, ссылка всегда под видео в инфобоксе. Можете пройти, подписаться, почитать. Понравилось. Вы знаете, понравилось. Действительно, слегка затирает поры, они становятся меньше, сужены, и они становятся чистые. То есть менее заметно на лице однозначно. Не стянуло лицо. Достаточно такая текстура, вы знаете, кремовая. Хоть она и подсыхает в корку на лице. Эта маска голубого цвета, она такого яркого, высыхает очень быстро. Прям минут за 5, мне кажется, уже все. Она полностью высыхает на лице, надо идти смывать. И вот эту корку, когда смываешь, лицо не пересушенное и не стянутое. Вот это мне очень понравилось, поэтому могу смело вот эту масочку девчонке посоветовать. Новинок бижутерии много, джинсы, брюки, да. Джинсы, кстати, классно смотрятся. Уверена, что они неплохие будут. Они у нас, получается, на резинке, но стоить они у нас будут... Сколько они у нас будут стоить? Вот эти 2000, эти 2000, эти 2. А эти сколько? Наверное, тоже 2. Но подождем скидок, может быть, по фокусу, по аутлету будут какие-нибудь скидочки. И мне, конечно, очень хочется попробовать взять джинсы. Вот этот, кстати, пиджак не пиджак, да, платье он называется. Видела на девчонках, классно смотрится вообще, как летнее пальто, да, без вот этого пояса, расстегнутый под низ там какой-нибудь топик, да, с брюками, с джинсами, вообще классно смотрится. Вот так, мне кажется, как платье, оно смотрится более убого на самом деле, а как летнее пальто вообще, кстати, шикарно. Вот в сейл-зоне у нас есть одни джинсы за 1400, да, но опять размер очень большой и очень маленький. А жаль, цвет хороший. Очень красивая брошка за 280 рублей, недорого вообще, здорово. Вот кто носит броши, я просто не ношу, у меня такой классический стиль, особенно зимой одежды, это летом еще, а смотрится вообще классно, очень классно. Новинка прошлого каталога, да, линейка Evan Kea's Avocado. Я сейчас тестирую увлажняющую маску для лица, вот эту вот, да, с авокадо, и вчера буквально тоже на нее пост писала в Инстаграм. Знаете, понравилось по действию, лицо после нее упругое, знаете, такое прям вот действительно упругое. Ну, аромат очень интересный, не знаю, наверное, весь в такой линейке, он шипровый, он действительно шипровый, напоминает одеколон из детства у папы, который был прям вот шипр. Немножко потом на коже, когда подраскроется, я чувствую какие-то приятные нотки парфюма какого-то, да, но шипр бьет в нос, очень ярко выраженный аромат, поэтому кому не нравятся такие яркие шипровые ароматы, тогда это не про вас. Так, я, кстати, страничку не нюхала, похоже или нет, сейчас скажу. Нет, на страничке приятней. На самом деле в маске больше шипра, чем здесь. А так маска по эффекту очень неплохая. Мне понравилась. Наконец-то хоть какая-то скидка в линейке Encanto. Я, кстати, так и не попробовала этот сиреневый. Посмотрю, может быть, воспользуюсь предложением. Набор у нас масла для ванны тела и лосьон для тела за 349 рублей. Может, кому-то на подарочек. Много предложений в линейке Planet Spa, которых я давно не видела в каталогах. Это различные маски, масла, да, скрабики, кремушки. Прям вот много. Скрабы для тела, суфле для тела. Вот эту маску слышала, очень хвалят тканевую. Говорят, что она просто шикарная. Хочу попробовать. Вот мне очень нравится вот эта маска с икрой. Я ее прям обожаю, действительно. И вижу от нее самый такой выраженный эффект из всех масок пленок, что есть в Avon, в том числе и из линейки New, да. Вот это пока у меня на первом месте. Хочу попробовать, может быть, гель для лица из этой линейки или еще что-то, потому что серия очень-очень нравится. Новинки, набор для эпиляции, для удаления волос на лице. У нас восковые полосочки, да, и влажные салфетки. И... еще один набор для эпиляции, для нормальной кожи с маслом жожоба, восковые полоски плюс влажные салфетки. Интересно. Давно-давно у девчонок спрашивала, помню, когда только пришла в Avon, какое средство для ног им нравится больше всего, и мне все девчонки советовали, не все, многие, вот этот крем с лавандой, ночной крем для ног. И, скорее всего, я его, конечно, попробую, закажу, потому что советам вашим доверяю. Давно его не было в каталогах, знаю, что многие девочки его ждали. Краску хочу, девчонки, краску хочу в Avon, не хочу больше Faberlic. Она классная, действительно. Мне очень нравится, да, мою седину закрашивает. И волосы дольше, гораздо дольше, чем после любой бы, какой бы то ни было краски, которую я пробовала, да, остаются свежими, свежеокрашенными, блестящими, классно. С оттенком еще я не определилась, но, скорее всего, это будет либо, ну, скорее всего, 9-13, конечно.
Вот такой вот хочу. Вот такой пока хочу оттеночек, а дальше буду думать по настроению. У меня закончилась пена для ванны. Хотелось очень с манго, но тут манго как-то и близко нет. Химозный очень аромат, поэтому подумаю, какую взять. Этот прям как-то вот одна сплошная химия, да. Дезодоранты тоже, они редко у нас мелькают в каталогах. Буду брать мужу, не знаю, может быть, вот такой или какой-то из этих. Посмотрим. За 199 рублей. Набор из 5 продуктов у нас есть в этом каталоге за 469 рублей. Мне здесь не нравится ни один продукт, ну разве что пена для ванны, то на 500 мл. Мне кажется, не очень удачный, не очень выгодный. И со средствами для волос, с вот этими я не очень дружу, поэтому, конечно же, брать не буду. Гели для душа сколько? 500 мл по 139 рублей. Посмотрю, может быть, наберу в запасик. И дальше у нас, удиви его, на 23 февраля начинается такой интересный разворотик, да, где у нас можно взять классные ароматы за низкую цену. Вот мой любимый Incandescence 30 мл, 249 рублей, Черриш, Персив. А новиночка вот эта в пробнике, в принципе, ничего. Вы знаете, интересный аромат, 75 мл за 900 рублей. Интересно, я подумаю, взять ли этот или все-таки Премьер Люкс. Да? А Full Speed 799 рублей, все ароматы. Вот такие вот наборчики. Цена очень приятная, здесь много средств в наборе. Подарочные в упаковочке, но не очень бюджетные, да? Слышала, что вот этот Элит многим нравится тоже. Цена 379, очень вкусная, скажем так. Wild Country 499, вот Дейзики тоже, только шариковые, да? С ароматом. Блин, сумка классная такая, мужская, прям мне так нравится. Мне кажется, она вместительная, я бы себе такую взяла наподобие. Но дороговато, дороговато. Можно купить дешевле. Это же не натуральная кожа у нас, правильно? И вот такие наборчики еще. К Дню Святому Валентину, к 23 февраля, тоже бюджетные очень. Иксириас, который сейчас у нас, вот он сиреневый, да, 330 рублей будет стоить в наборе с гелем для душа, получается, да, шампунь, гель для душа, но не стойкий, хотя аромат вот этот очень приятный, но не стойкий. Ну вот и все, девчонки, в принципе, что было интересного для меня в этом каталоге. Если пропустила действительно что-то стоящее, пишите обязательно в комментариях. Надеюсь, что вам обзор был полезен и понравился. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а я с вами прощаюсь до следующих видео, всех люблю, целую, пока-пока.